Электрический обогреватель, который так и называется «Экономичное тепло». Если вы хотите, приходя домой после стужи, чувствовать тепло и домашний комфорт, вот это замечательное предложение. И сегодня наша новинка за 1790 рублей. Это очень выгодное предложение, качественное и, конечно же, есть гарантия. Ну, и я думаю, сегодня Владимир нам подробно покажет и расскажет, как с ним обращаться. Тем более он невесомый, его можно брать с собой на дачу, в путешествие, почему бы и нет. Всегда надежный помощник, согреет. И, конечно же, вы услышите массу приятных комплиментов от своих домочадцев, которые также будут греться вот рядом с этим чудом. Да, да, великолепный обогреватель в самом начале нашего эфира, друзья. Обращаю ваше внимание, что сегодняшнее наше предложение, которое касается тепла, ну, можно его смело назвать уникальным. Ты знаешь, Лиз, вообще, обогрев помещения для каждого жителя нашей страны, где такие суровые зимы, это очень актуальная тема. Но вот мы сегодня представляем, наверное, самый экономичный и безопасный способ обогреть ваше пространство. Какие, ну, вот какие ты знаешь обогреватели вообще, какими пользуешься? Ну, у меня есть большой такой обогреватель. Он называется масляный. Масляный, да. Есть также тепловентиляторы, которые... То есть, что делает масляный обогреватель? Он нагревает воздух. Тепловентиляторы запускают холодный воздух, выпускают теплый. Но сегодня мы предлагаем вот поистине изящное решение. Это, друзья, инфракрасный кварцевый нагреватель. Итак, вот этот шикарный нагреватель. Смотрите, какой он тонкий. Смотрите, какой он легкий. Он просто невесомый. А можно я подержу? Конечно. Так вот, этот нагреватель, что он делает? Он с помощью спирали, которая находится в трубке из кварца. Он нагревает пространство, где вы, собственно, находитесь. Ну, то есть, это особенно важно для наших телепокупателей, у которых небольшие квартиры, потому что вы можете обогреть конкретно тот участок, где вы находитесь, и там вам будет тепло, и это мы гарантируем. Так что, друзья, если вы заботитесь о том, чтобы сэкономить и при этом нагреть то место, где вы находитесь, это великолепное и главное, что экономичное решение. Лот 16586. Именно этот лот нужно называть, позвонив к нам в единый колл-центр. Телефон вы видите справа внизу. И я могу сказать, что мой обогреватель очень большой. Например, поехав на дачу, я не могу его физически взять с собой, потому что я хоть и крупная, но слабая девушка. Скажи, пожалуйста, какие характеристики у него? Ну, характеристики вообще, я о конструкции расскажу. Посмотрите, друзья. Во-первых, площадь обогрева здесь 20 квадратов. Ну, вот мы говорим о том, что для небольших квартир это то, что нужно. Кроме того, мощность 1000 ватт, ну, чтобы было понятно, чайник у нас потребляет 2000 ватт, иногда и того больше. То есть мы экономим электричество. Безусловно, но это самое экономичное решение из представленных на данный момент. Также есть две ступени выбор мощности, ну и вес меньше 2 килограммов, поэтому, друзья, рекомендую вам, как говорится, присмотреться к этому замечательному обогревателю, плюс здесь находится у нас рефлектор из нержавеющей стали. Ну вот смотрите, мы нажимаем, включаем просто обогреватель, кстати, для демонстрации выбрали следующий момент. Мы взяли вот кубики льда, видите, они здесь находятся. И сейчас наш обогреватель, видите, как быстро он начинает раскаляться, вот эти спирали. Причем, обратите внимание, спирали в тех самых колбах из кварцевого стекла. А вот за спиралями пластины из нержавеющей стали. Для чего это сделано? Для того, чтобы повысить коэффициент полезного действия вашего обогревателя. Вот эта пластина за спиралями, она отражает дополнительное тепло в ту точку, которая вам необходима. И поэтому вы получаете на выходе температуру, то есть спираль нагревается температурой, до 95 градусов, представьте. Но не нужно переживать, друзья. Это не значит, что вы где-то там что-то может обжечь и так далее. Здесь есть защита от случайного падения. То есть, если вот такой агрегат случайно упадет, он автоматически отключится. Но ничего опасного здесь нет. Плюс решетка, это как раз-таки для детворы, для животных, чтобы они не добрались до тех самых нагревательных элементов, которые настолько высоко нагреваются. Слушай, как это важно для меня. У меня дочке всего лишь 2 годика, и поэтому она всегда везде подходит, все ей надо потрогать. А если здесь есть специальная защита от животных, от детей, это то, что нужно. Я тебе о чем говорю. Посмотрите, лот 16586, прошу прощения, новинка на нашем телеканале, и цена раньше была 2590 рублей. Мы, благодаря тому, что мы договорились с нашим поставщиком, цена для вас, пожалуйста, 1790 рублей. Выгода 800 рублей прямо сейчас. Если вы позвоните в течение нашего прямого эфира, вы сможете еще и сэкономить, еще что-нибудь себе приятное прикупить. Например, вкусный тортик, а может быть и два. Ну и, конечно же, коробочку конфет. Какие функции он выполняет? Ну, у него самая главная функция — это нагревание пространства, нагревание поверхности. Знаешь, у меня вообще на прошлой работе, мы работали, ну, у нас выступления были, и были в заводских цехах. И вот, представь, ну, завод
заводской цех зимой, российская зима, это было минус 30, вообще температура, нагреть невозможно ничем. Даже пушки вот такие приносили, которые совершенно не нагревают. Вот такой нагреватель инфракрасный справился великолепно. Заходят люди к нам в цех, мы сидим в футболках, понимаешь? Да. Это зимой. Все потому, что он нагревает конкретно пространство, где вы находитесь. Причем заметьте, что очень важно в этом нагревателе. Да. Он не сжигает воздух, не сжигает кислород. Все нагреватели практически этим страдают. И вы чувствуете сухость, вот этот самый кислородный и так далее. Здесь совершенно такого не будет, потому что этот обогреватель, поскольку спираль защищена тем самым кварцевым стеклом, поэтому он не будет сжигать ваш кислород. И значит, дышаться будет легко, плюс экономичность, плюс быстрый нагрев. Посмотрите, как быстро наш обогреватель начал разогревать пространство. Уже здесь я чувствую, жарковато стало. А он-то даже не на меня направлен. Представляете, друзья? Поэтому обратите внимание, как это все работает. Нагревается пространство, да. А потом уже поверхность нагревает воздух. А быстро нас... нагревается? Ну, конечно, быстро. Посмотри, вы только включили, он уже у нас яркий, он уже, ну, можно даже ручку поднести, попробовать. И увидишь, насколько же это... Осторожно, да, прям жарит. Ничего себе, я представляю, вот в зимний вечер приходите домой. И, конечно же, получаете максимальное тепло, максимальное удовольствие. Расскажи, пожалуйста, какие функции вы выполняете? Ну вот смотрите, давайте прокомментируем то, что вы видите на экране. Конструктивную конвекцию. Это значит, что вот та самая энергосберегающая функция здесь великолепно выражена за счет пластины за спиралями. То есть вся энергия направлена на то, чтобы обогревать вас. Экологически безвреден. Это факт. Самый безвредный обогреватель из ныне известных. Имеет защиту от опрокидывания. Упадет. Это значит, ну, если он упадет, значит автоматически выключится. Моментальный нагрев увидели. Безопасность конструкции. Это вот решетка, которая не даст проникнуть к вашему обогревателю ни ручками детей, ни лапки животных и так далее. Володя, посмотри, наш лед, как быстро он тает. Как моментально все нагревается. Это просто невероятно. Ничего новинка себе на нашем канале. Лот 16586 за 1790 рублей. Такую цену мы смогли вам дать только благодаря тому, что мы напрямую договорились с поставщиком этого предложения. И сегодня в нашем прямом эфире вы можете его приобрести. Старая цена 2590 рублей, но мы с вами не будем переплачивать. Мы зачеркнули эту цену и предложили вам за 1790 рублей. Ваша выгода 800 рублей. Да, возможно, скажете, это небольшая выгода, но это приятно. Это всегда приятно экономить. Можно себе еще что-нибудь приобрести. Если вы впервые смотрите наш телеканал, никакого риска. Звонок бесплатный, телефон многоканальный. Оплата только после получения. Если вы нас видите, значит, в вашем регионе действует доставка. Ну, всегда очень важно, чтобы можно было взять с собой. Видите, он такой маленький, но при этом такой мощный, моментально растапливает тот же самый лед. Ну и плюс ко всему, вот смотри, мы покупали обогреватель инфракрасный, я помню, вот один стоил порядка 6 тысяч рублей. Вот такие цены сейчас предлагают в магазинах. Слушай, если есть возможность нам посмотреть на другие цены, вот попытались поискать в интернете, смотрите, что мы видим. Вот тоже 20 квадратов, наш вариант. 1850 рублей, я не ошибаюсь? Так и есть. Тоже да, на 20 метров обогрева, как тоже, у нас. Конечно, то же самое, ну посмотрите. А тяжелый какой, 6,6 килограмм. Да, но здесь надо понимать, что многие производители еще не освоили те технологии, которые позволяют сделать, как говорится, обогреватель легким и комфортным. 8590, вот посмотрите, это обогреватель как раз таки масляный. Вот такого понимаю плана у отца в бытовке, мы сейчас строим дом, стоит обогреватель. Он говорит, я весь день прогреваю, я трачу кучу электричества, чтобы просто переодеваться, рабочим переодеваться мне, чтобы опять выходить на улицу в этот холод. Зачем? Зачем тратить много? Вот, пожалуйста, около 7000 рублей. Зачем? Зачем это необходимо, когда есть многофункциональный обогревающий предмет? Да, друзья, действительно, есть возможность приобрести вот такой замечательный обогреватель, который мало того, что мало весит, он еще имеет большую площадь отражения, но все-таки 20 квадратов, это немало. Экономичен, 1000 ватт, мы видели 2000 ватт, аналогичное решение, в два раза больше потребляет. Кроме того, посмотрите, да, 1000 ватт, это мы сказали. Экологически безвреден, тоже озвучили. Защита от опрокидывания, моментальный нагрев, безопасность конструкции, отсутствие острых углов, тоже немаловажная деталь. Максимальная энергоэффективность распределения тепла за счет той самой пластины и регулировка мощности температуры тоже важно. То есть вы можете подстроить его под свои потребности, если за окном не так допустим холодно. Так что вполне отличное решение.